Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать скриншот на телефоне Samsung. Будь то Samsung Galaxy Note, A3, A5 модели, S6, 7, 4, Duos и так далее. Данные методы подойдут к любому телефону Samsung. Итак, самый простой способ – это провести торцом ладони по экрану слева направо или справа налево. Все, характерный щелчок говорит о том, что скриншот готов и сохранился в папке «Галерея», в папке «Скриншоты». Итак, следующий способ. Он может подойти тогда, когда, например, вы смотрите видео на YouTube или играете в игрушки, и в удобный момент вам нужно сделать скриншот, при этом не заслоняя экран, дабы вы увидели, что скриншотите. Итак, следующий способ предполагает зажатие кнопки «Домой» и кнопки питания одновременно. Как это работает? Вот наша игрушка. Зажимаем кнопку «Домой» и «Питание». Все, щелчок опять говорит нам о том, что скриншот готов. И сохранился в папке «Галерея скриншота». Всем пока, подписывайтесь на канал.